Вот началась тренировка. А мы зрители, группа поддержки. Вот самый главный хоккеист ездит. Шайбы собирает. Вон там маленькие хоккеисты. Ну, это тренировка для всех, для больших и маленьких. Когда папа едет? Вот он. Крупным планом я его не захватила. Сразу проснулись. Так посмотрел. Он видит, что я его снимаю. Специально шайбой сюда долбит. Привлекать внимание. Скорее позирует. У него шлемак спадает. Плохо предел. А теперь я его поймала крупным планом. Ну давай, гол. Два попали. Хорошо, что они сюда перешли играть. Их видно, можно. Их можно поснимать. Возле этих ворот хорошо. Да. Здесь я когда-то шайба оказалась.
Кто-то идет не там, что она прожила через сетку. Да. Вверху. Ты можешь показать. У меня кого-то. Маленького упорки и далее. Они что-то шайки. Испалился. Не бойся. Засушенный. Угу. Беленький. Что? И засушенный. И толстый. Вот он наш. Тут беленький. Кстати, у него такой прикольный костюм, смотри. У него черный член. Белая, ну, куртка. Черные штаны. И белый. Он весь черно-белый, Аня. И шлемак у него черный. Да. И коньки ботинки. Черные. Получается белый, черный, белый, черный. Да, да, да. Белый, черный, белый. Это же та папка на сына. Долбит сюда и ржет. Смотришь, если тебе громко, можешь выйти. Можешь там посидеть, где аэрохоккей.
Нет. Там телевизор, там можно каналы переключать. Да, можно пульт попросить и переключать каналы. Специально сюда долбит и улыбается. Это было бы очень страшно, если бы из вредности. Маришка убежала. Ей не очень понравилось. Тренируется шайбу забивать. Лучше бы в ворота тренировался, а не в стенку. Мы-то тут при чем, да? Довольный какой. Это еще там шайбы, молодые. А что, по воротам нельзя бить? Надо обязательно в стенку. Надо тренироваться на стенку. Он вчера в нашем. Пришел, проверил, как наши ушки. Нормально. Ну тогда можно дальше долбить. Андрей уже говорит, ну хватит тебе уже долбить. Он ржет. Я не подпишу, не подпишу.
Мария, что папа специально бьет в нашу сторону. Поэтому зря ты пришла. Что, вот зарядили?